Срочно! Умерла Пугачева. СМИ сообщили трагическую новость. Скончалась всеми любимая исполнительница. В субботу, 26 октября, не стала участница коллектива «Бурановские бабушки» Натальи Пугачевой. Солистка не дожила 2 дня до своего 84-летия. Причина смерти пока не раскрывается. Информацию подтвердил глава Удмуртской республики Александр Бричалов в социальных сетях. Политик выразил соболезнования родным и друзьям артистки. Художественный руководитель группы «Бурановские бабушки» Ольга Туктарева сообщила, что Наталья Пугачева 4 месяца боролась с серьезной болезнью. Последние полгода она не выходила на сцену, передает РЕН-ТВ. Публикация фотографий из Инстаграм. Напомним, «Бурановские бабушки» — музыкальный фольклорный коллектив из села Бураново в Удмуртии. Группа приобрела широкую известность благодаря исполнению хитов российских и зарубежных исполнителей на удмуртском языке. Внимание на экран! В 2012 году участники коллектива представили Россию на международном песенном конкурсе Евровидения. В Баку они заняли 2-е место с композицией «Party for Everybody», автором которой выступил композитор Виктор Дробыш. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Бабкины деньги и связи помогли. Стас Пьеха раскрыл секрет попадания в шоу-бизнес. Юлия Проскурякова о второй беременности. Я чувствую себя свиноматкой. Малышева дала рецепт секретного чая от рака. Татуированную донельзя дочь Салтыковой сняли прямо под окнами Путина. Была вишенкой на торте. Бузова появилась в Кремле в БДСМ-костюме. И многое другое.